Всем привет! Сегодня будет обзор моих открыток за январь. Всего я получила 70 открыток. Вот такая вот пачка. И, как обычно, я покажу сначала открытки из других стран, потом самые интересные, полученные из России, дальше все остальные из России и открытки, которые я сама себе отправляла. И вот здесь у меня есть пачка всяких писем от разных Сант. Тоже их покажу в конце. Ну и начнем с открыток из разных стран. У меня в этом месяце есть разнообразие даже какое-то. Первая открытка с цветочками из Литвы. Здесь такая вот марка зимняя. В общем, открытка мне нравится. Вторая открытка из Великобритании. Довольно типичная туристическая открытка, но мне очень нравится, что здесь есть надпись с названием города, что это вечерний вид и что здесь есть колесо обозрения. В общем, мне открытка очень нравится, я довольна. И есть здесь такие марки, даже несколько, и одна из них художественная, и три стандартных. В общем, тоже довольна этой открыткой. Собственно, как и следующий, это из Норвегии пришла открытка, и здесь какой-то фуникулер. Пойдет в мою коллекцию фуникулеров, и красивый вид. Ну, а марки здесь вот такие. Есть одна марка с маяком и две, я так понимаю, стандартные. Но из Норвегии довольно редко приходят, поэтому я даже не знаю, как они выглядят у них. Следующая открытка пришла из Австрии. Очень красивый вид, и мне нравятся блестки. Я люблю такое. Ну и вот такая вот здесь интересная марка. Следующая открытка тоже мне очень нравится. Она пришла из Швейцарии от моей подруги. И, во-первых, это фуникулер, он пойдет в мою коллекцию. А еще мне очень нравится, что это напечатано на картоне. И вот эта краска как бы просвечивает, а там виден сам картон. В общем, такая приятная плотная открытка. Ну и вот такая вот здесь марка зеленая. В общем, я очень довольна. Дальше идет открытка из Нидерландов. Довольно типичная для этой страны, но мне очень нравится, потому что я люблю цветочки. Следующая открытка тоже пришла из Нидерландов, но в конверте. Сама открытка довольно обычная, но мне тоже нравится, я люблю видовые. И еще в конверте были вот такие вот две бумажки. Даже не знаю, что это. Но я написала в профиле, что если отправляете в конверте, то что-нибудь положите интересное. Какие-нибудь бумажки или вырезки, в общем, это наклейка, мне положили. Ну и вот такая вот марка, тоже часто такие присылают. Дальше идут две открытки из Беларуси. Одна была по обмену, одна сюрпризная. Вот такие марки. Вот эта марка совпадает с картинкой на открытке. А эта мне нравится тем, что она блестящая. Вот этот контур козы, он блестящий. В общем, я очень довольна этими марками. Дальше идет целая пачка открыток из Германии. Как всегда, это самое вообще большое количество открыток из одной страны. Эти две открытки я получила от подруги из Германии. Эта серия мне нравится тем, что она с блестками. И даже несмотря на то, что открытки нарисованные, мне они все равно нравятся. Так что я очень довольна. А вторая открытка из Гамбурга – это картина из какого-то музея Гамбурга. Вот такие марки на этих открытках были. Дальше идет вот такой красивый вид. Мне очень нравятся такие открытки, так что я очень довольна. И здесь снова такая вот марка «Посткроссинг». Дальше идет мультивью, в принципе, тоже симпатичная открытка, и самое интересное, что здесь даже нет марок, здесь какой-то написан номер, видимо, это что-то предоплаченная открытка или что-то вроде того. Дальше идет открытка с пиццей в виде сердечка в мою коллекцию пиццы, так что я очень довольна. И здесь вот такие вот марки, я очень люблю марки с цветочками, стандартные, всегда рада их получать. Следующая снова видовая. Здесь такие выпуклые буквы, кстати. И марка снова «Посткроссинг». Еще одна видовая с горами. В общем, у меня здесь целая коллекция уже за этот месяц. И снова марка «Посткроссинг». Ну и картина для разнообразия. И марка «Посткроссинг» не для разнообразия. Дальше идет классный Винни-Пух, который пришел по официальному сайту. Возможно, у меня уже есть такой или похожий, надо проверить. Но я все равно очень довольна, потому что люблю Винни-Пуха и собираю с ним открытки. Ну и еще здесь, кстати, интересная марка. Вот эту марку с замком я даже не видела раньше. А вот эту уже видела когда-то. Ну и еще одна видовая такая стандартная открытка. Тоже марка «Посткроссинг».
Дальше покажу самые интересные открытки из России. Вот такое мороженое я получила по обмену в коллекцию мороженого. Голуби в коллекцию голубей. Возможно, у меня такие уже есть, но будут еще одни, если что. Мне нравится эта открытка. Это блины в коллекцию блинов. Я, кстати, не люблю икру, но люблю блины, поэтому рада этой открытке. Эта открытка пришла из лотереи. Мне очень нравится эта серия, и я очень довольна ее получить. Это открытка из музея связи. Я где-то прочитала про акцию, где нужно было им написать, и они отправляли просто открытку. В общем, я им написала адрес, они мне, правда, ее присылали. Вот. Дальше идет открытка с помидорами. Просто я люблю помидоры и очень рада этой открытке. Дальше идут две вот такие открытки из Москвы. Одну я получила по обмену, а вторую сюрпризом. Так что у меня теперь две одинаковых. Но я в целом не расстроилась, потому что мне нравится эта открытка. Дальше идет такая вот симпатичная картина Поленова с русского сайта. Открытка советская, довольно тонкая, но я такие, кстати, люблю, поэтому очень рада. И мне нравится сама картина. Следующая открытка снова с русского сайта. Такой почти карт-максимум, но здесь, правда, обычное гашение стоит. И эта марка использована для оплаты, потому что здесь 18 рублей, а на обороте только рубль. И оно как-то все дошло, даже интересно. И последняя открытка, тоже по русскому сайту. Это рекламная открытка, и мне очень нравится вот этот вид, я очень довольна. Ну и теперь я просто пролистаю оставшиеся открытки из России. Было довольно их много, какие-то по обменам, какие-то по русскому сайту, например. Вот это, кстати, открытка, я не поняла от кого, там написано от Светланы из Нижнего Новгорода, но я не нашла ни в сообщениях, ни в обменах. В общем, если вы это смотрите, напишите мне, пожалуйста, что это вы, потому что я не поняла, от кого это. Ну и здесь еще в этой пачке много новогодних открыток, потому что не все успевает дойти за декабрь, и что-то приходит и в январе. Но сейчас уже начало февраля, и, конечно, как-то Новый год уже отпустил, и елку я уже даже убрала. Дальше идут открытки из серии РГО, которые я получила в январе. Не очень много, но все равно пополняется эта коллекция, я очень рада. И остается все меньше регионов, из которых у меня совсем нет ни одной открытки, но они пока еще есть. Так что продолжаю поиски недостающих. А вот эта пачка открыток, которую я отправляла сама себе. Это я ездила гулять в лес и там отправляла такую открытку на тему леса. Это две открытки из музея железных дорог. Мне очень понравился этот поезд и вид музея с высоты ночью. Дальше идут две картины Сурикова, которые я себе отправляла в день спецгашения. На одной открытке у меня целый блок с Суриковым и гашением. А на вторую я приклеила марку с Горным, гашение тоже с Горным. И вот эта картинка – это вырезка с конверта, которая продавалась там вместе с марками. Потому что открытки с Горным я как-то у себя не нашла. Следующие три открытки я себе отправила после посещения вот этой выставки «Погружение в эпоху Петра Великого». Это выставка в Петропавловской крепости про подводную археологию. Она мне очень понравилась, и я себе такие купила открытки, но, правда, пришлось покупать их в интернете, а не на выставке, потому что там они были просто как образец. Но я все равно очень довольна. Дальше покажу ответы от Сант, которые пришли в январе. Их пришло целых 5 штук. Первый ответ из Австрии. У меня уже есть такая открытка, по-моему, за прошлый или позапрошлый год, но все равно приятно. Остальные 4 ответа были из Германии. Вот, например, такой. Здесь вот на обороте тоже рисунок есть. И внутри вот такие вот открыточки. И вот такое вот письмо на английском. Смотрим следующий конверт. Сам конверт попроще немножко, но марки красивые. А внутри здесь на немецком такое вот письмо. Снова открытка-раскладушка, по-моему, такая же, как в прошлом письме. И еще что-то на немецком. Видимо, это письмо, а это, видимо, какая-то сказка. Вот. Но все равно я довольна, что мне ответили. Дальше самое интересное, два одинаковых ответа от одного и того же Санты. Посмотрим первый ответ. Здесь вот карта, кстати, где он находится. Внутри лежит вот такая вот раскраска, распечатанная на принтере, и вот такой вот буклетик, в котором внутри написано еще и на русском, что самое интересное и неожиданное.
Ну и здесь вот такая вот книжка на немецком. Видимо, какие-то сказки. Здесь вот, где он находится, отмечено. И вот такая вот обложка. Ну и покажу второй ответ. В общем-то, он такой же, только здесь другая раскраска. Такая вот. И здесь написан другой текст, но тоже на русском. В общем, загадочно, но интересно. Спасибо, что посмотрели это видео. Буду рада вашим лайкам, комментариям и подписке на мой канал. Всем пока!